В Дмитровском районе стартовал 21-й открытый фестиваль телекомпании Московской области «Братина». В этом году в нем приняло участие порядка 250 тележурналистов из разных уголков России и гостей из-за рубежа. С 2001 года фестиваль официально получил статус открытого. На него съезжаются делегации Сербии, Болгарии, Германии, Польши, Арабских Эмиратов, Китая. Команда журналистов нашей телекомпании также отправилась в Яхраму на творческий марафон. В первый день участникам фестиваля предложили посетить мемориальный комплекс «Перемиловская высота», установленный в память о кровопролитных боях, которые шли в этом месте в конце 1941 года. Гости увидели парад военной техники, местные артисты исполнили для них песни и танцы военной тематики. Организаторы «Братины» провели пресс-конференцию, где журналисты смогли задать любые интересующие их вопросы. А вечером состоялось официальное открытие фестиваля «Братина». Среди почетных гостей была руководитель Главного управления по информационной политике Московской области в ранге министра Анастасия Звягина. Кто стоит на месте, тот не развивается. Чтобы быть первыми, приходится бежать. Поэтому в следующем году мы учреждаем новую номинацию на лучший проект по проведению «Братины». В этот вечер были вручены первые награды участникам в ряде номинаций. Фестиваль продлится 4 дня. В программе телефорума конкурсы профессионального мастерства журналистов, операторов, монтажеров, ведущих телеэфира, семинары, мастер-классы, тематические телемосты между подмосковными городами, экскурсионная, культурная и спортивная программы.